В омском велотреке прошел открытый клубный чемпионат и первенство России по панкратиону по версии World Pancration от Lima Federation. Борьбу в четырех возрастных категориях вели более 150 спортсменов из России и Казахстана. Благодарю всех гостей, которые посетили Омскую область. Это сборные команды 18 кругов, в том числе нам приехали в Казахстан. Я желаю всем упорной борьбы, красивых побед, чтобы на этих соревнованиях победил сильнейший. В данный момент проходит открытый клубный чемпионат. То есть это не регионы, а именно клубы. Клубы с разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Для чего это делается? В принципе, вот все вы знаете наших знаменитых ребят, спортсменов. Шлеменко Александр, Сарнавский, Корешков Андрей, Терентьев Андрей, Султанмагомедов Кавказ. И многие-многие другие практически начинали вот именно с таких турниров. Небольших турниров, потом более грандиозных. А теперь они топовые спортсмены первой величины и уже сами в деле проводят профессиональные поединки отличные. И их знают не только в городе Омске, а можно так, не стесняясь, можно сказать, что имеют мировую известность. Бойцы демонстрировали главное преимущество панкратиона – зрелищность, динамику и большой арсенал техник и действий, используемых в различных положениях. Этот вид спорта очень зрелищный. Много приезжает достойных соперников, с которыми интересно было подраться. Сегодня у меня получилось провести много амплитудных бросков. В финале я смог провалить соперника и применить удушающий прием со спины. Спортсмены блеснули техничной работой в партере и прибавили в жесткости и точности ударов. В панкратионе тут нельзя залежать, где-то отдохнуть. Тут постоянно темп. Вот этим мне и панкратион нравится, потому что здесь темповая работа постоянно приходится. Тут хоть и один раунд 5 минут, но тут такой темп, что один раунд даже хватит. А то, что я в бою делал, это мои фишки. Я сегодня с колена прыгал, с разворота бил. Все, что можно было, я сделал. В результате главный командный кубок завоевали бойцы клуба «Сибирский тигр» из Куйбышева Новосибирской области. Второй приз у коллектива «God Hand» из Екатеринбурга. Третье место заняли спортсмены омского клуба «Альянс». У нас хорошая, сплоченная команда. В этом году мы победили и заняли первое место под руководством Александра Федоровича, нашего тренера. Мы использовали самые разнообразные приемы, комбинации. Были красивые броски, были красивые отработанные приемы. Мы очень рады, что мы победили. По итогам соревнований лучшие бойцы получили право выступать на Кубке мира по панкратиону, который пройдет в конце мая в Москве.